У насекомых сейчас весеннее обострение, они все лезут наверх по вентиляции, по щелям, чтобы найти себе пропитание у вас в жилищах, неважно, где вы живете, в квартире, в домах частных, да, то есть надо свою квартиру обезопасить. Я сейчас вот наглядно вам покажу, как можно устранить проблему, чтобы к вам насекомые не лезли. Давайте обратим внимание на вашу вентиляцию. Ну, либо это вот конкретно это будет в туалете. Так, вот вентиляция получается у нас в туалете. Да, стоит тут решетка. Вроде как бы на первый взгляд и нормально, да, вот решетка стоит, все как бы хорошо. Но хозяин этой квартиры говорит, что конкретно атакуют насекомые на кухне и в ванной. Я сейчас вам покажу, как она выглядит снутри. Так, вот решетка, смотрите. Решетка. Она вот такая. Она вот, я ее снял, смотрите. Вот, все. То есть здесь должна быть сеточка. Для чего ставят сеточка? Для того, чтобы насекомые вот с этой вентиляции, которая идет по стояку снизу вверх, к вам насекомые не лезли. Уважаемые жители города Красноярска, Красноярского края, пожалуйста, ставьте решетки с москитной сеточкой, для того, чтобы к вам насекомые не лезли. Если нужна вам помощь, работаем в городе Красноярске, в Красноярском крае на результат. Уничтожаем насекомых, клещей, тараканов, клопов, блох. Пишите, звоните, консультация бесплатна. Пенсионерам всегда делаем скидки. Цены у нас адекватные.